Мария Валерьянова из Санкт-Петербурга в туристической отрасли уже 15 лет. Открывать для туристов новые города и страны стало делом ее жизни. Женщина не перестает расширять и собственные горизонты. Так в Самару она приехала впервые и уже успела влюбиться в волжские пейзажи. Мы рады очень, что мы попали в Самару. Теплый, уютный городок со своими незабываемыми впечатлениями. Очень красивые дома, очень чисто, очень уютно, доброжелательные люди, прекрасная кухня. И, конечно, радует погода. Мы готовились, как и все жители Санкт-Петербурга, с дождевиками, с зонтиками. Но Волга и Самара нас встречают приятной теплой погодой. Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Самары организовал экскурсию для туроператоров. Из разных уголков России в Самару приехали 26 человек. Главная цель – оценить гостеприимство города. Представители турбизнеса прокатили на уникальном автобусе-кабриолете и познакомились с достопримечательностями Самары, среди которых ракета-носитель «Союз», «Ладья» и «Площадь славы». Представители туроператоров могут оценить инфраструктуру туристическую в Самаре и уже построить какие-то определенные туры, маршруты, непосредственно уже познакомиться с какими-то объектами. И я думаю, что к нам уже непосредственно приедут сами туристы. Экскурсия по городу включала и посещение музеев модерна и Эльдара Рязанова. А затем гости отправились на речную прогулку, чтобы увидеть Самару в осенних красках еще и с Волги. Мария Ильчан, Григорий Плешаков. События.